достаточно редко стали играть на концертах, потому что я ее не люблю. И Гладушка. Вот прям не могу. Прям. Она врет. А? Я никогда не могу. Сюда! Давай! Чего, блин? Сюда! Давай! Короче, я ничего не понимаю, но сначала будет Гладушка. Абсолютно все, но это как вот дети, ну как, их же нельзя разделять. Но я знаю, я поняла, что меня всегда в концертном исполнении смущает в этой песне. Я вам сейчас скажу, есть такое слово – неконгруентность. Вот кто-нибудь вот понимает? Короче, я сейчас объясню. Вот знаете, что такое конгруентность, да? Точнее, вот такой, короче, вот, прикиньте, такой ресторан, такая сидит такая дама, такая вся расфуфыренная такая вот. Вот она прям вся такая, там, жрет там что-нибудь там очень дорогое. И вдруг такая, она ничтоже сумняшись, так говоря, начинает ковыряться в носу. Вот это неконгруентность, понимаете, этого не должно быть. Так вот, на песне «Ладушка», которая абсолютно песня женская, тематика женская, на ней всегда, сука, рубятся мужики. Я понять не могу, в чем дело. У меня идет разрыв шаблона. Я всегда представлялась
что ну, хотя бы на этой песне мужики отойдут, что, и такие девчонки такие, типа вот, и я найду будет диалог такой женский внутри, хрен там ночевал, одни мужики!